клуб «Армавир» совместно с администрацией города провел спортивно-массовое мероприятие «Вперед, Армавир!». Город Армавир у нас славится своими спортивными достижениями, спортивными мероприятиями, которые у нас проводятся. То, что касается сегодняшнего мероприятия «Вперед, Армавир!», я думаю, что оно проведено на очень высоком уровне. Самое главное, оно имеет положительный результат и отклики со стороны участников мероприятия. Хотел бы выразить огромные слова благодарности самим инициаторам, это футбольному клубу «Армавир». Школьники и студенты собрались на центральной площади города, чтобы сделать зарядку вместе с футбольным клубом. Помимо тренера по физподготовке Дмитрия Сорокина, а также футболистов Владислава Мастернова и Алексея Турика, которые со сцены показывали движение, вместе с ребятами на площади упражнения выполняли Алексей Гречкин, Максим Матюша, Михаил Погонин, Илья Борисов и Валентин Винниченко. Армавирцы оценили как движение, а они были весьма интересными, так и довольно необычную музыку. Микс радиопередачи «Пионерская зорька» и современных мелодий. Все активно подключились к зарядке. К слову, зарядились горожане не только энергией, но и позитивом. Супер! Заряжает настроение! Будем дома каждый день делать. Такую делать, выполнять. Вперед, Армавир! Нам очень все понравилось, особенно в начале. Вперед, Армавир! Мне понравилось все. Так весело было. Вперед, Армавир! Будем дома делать зарядку и ходить на футбол. Вперед, Армавир! Очень отлично! Отлично, прям. Понравилось. Хорошо. После зарядки состоялись по два забега в разных возрастных категориях среди девушек и юношей 1999-2000 года рождения и 1998 года рождения и старше. По итогам соревнований победители и призеры получили памятные подарки от футбольного клуба «Армавир» и партнеров ООО «Метрополис», ПАО «Бинбанк», а также ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат». Хочется сказать большое спасибо всем тем, кто принял участие в этой зарядке. Они все молодцы, что встали утром. Все ради спорта, ради здорового образа жизни. Когда мы делали эту зарядку, мы изначально думали, как ее сделать удобной для тех людей, которые профессионально, ну, не все занимаются спортом. Поэтому мы старались чередовать быстрые упражнения с медленными, чтобы люди могли восстанавливаться, восстанавливать дыхание, чтобы она им была комфортна. Искренне надеюсь, что она им понравилась. Нам очень понравилось, как они работали с нами. И еще раз спасибо большое городу и всем тем, кто пришел на это мероприятие. Вперед, Армавир!